Реконструкция Малаховского парка стала темой и областной пресс-конференции. Глава округа Владимир Ужицкий рассказал о концепции благоустройства и ответил на вопросы журналистов Подмосковья. Сегодня в лесополосе проходит санитарная вырубка деревьев. Территорию готовят к благоустройству. Здесь появятся зоны отдыха, набережные, пешеходные дорожки. Решение реконструировать парк принято после общественных обсуждений, однако часть жителей Малаховки выступают против изменений. Владимир Ужицкий уверен, что первые результаты реконструкции рассеют их сомнения. Такой опыт в округе уже был. Проходит там месяц-два. Максимум три, когда мы все обустраиваем, то люди подходят, благодарят, говорят спасибо, потому что эта территория начинает играть совершенно другими красками. Оценить результаты первого этапа благоустройства жители поселка смогут в первой половине 2020 года. Следом за лесопарком в порядок приведут Малаховское озеро. На его очистку из областного бюджета выделят 106 миллионов рублей. Работы планируют начать в июне. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.